скольжение задних колес более серьезно, нежели 29 раньше, реагировать на занос. Еще раньше. Ну давайте, на траекторию как получится. Подъезжаем пошире, смотрим налево, поворачиваем руль, нажимаем на газ. Газ, газ, вот туда смотри, газ. Тормоз сейчас все усугубляет. Еще вертикальнее садимся. Мы лежим в кресле. Садимся так, как стул, как пионер на стуле. Спиночка, вот. Вот, вот должен пускать. Направо, отлично, номер 29. Повернули, нажали, нажимаем, нажимаем, нажимаем. Уже жмем. Отпускаем газ, быстро колеса налево. Поехали, руль налево, без задней передачи, все там спадет. Давайте, 31-й, показывай, что можем. Больше на перестане. Машина под отпущенный газ, попадая на более скользкое покрытие, может увеличивать энергию. Поэтому с легким напряжением можно работать. Крутить руль. Опережение. Уже газ. 17. Уже можно было газ нажать. Все, уже здесь не нажимаем, здесь прямая. А чего мы стоим, кого мы ждем? Номер 26. Машина уже в пятом повороте, нам трех достаточно. Это снос номер 26. Загнались, мы тут крутили, поехали. Эти машины не поворачивают. Поворачивайте сюда, голову. Лево, 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 руль, лево. Чего мы думаем? У вас дорога в заднюю левую форточку уходит. Вот туда и смотрите. А вы окна не только для того, чтобы в салоне было светло, а для того, чтобы я был. Вот здесь хорошо, номер 26, два поворота подряд. Здесь, скорее всего, будет снос. Быстро, да, так я предполагал. Машина не поворачивала. 29 номер, на опережение реагируем. На возникающие проблемы. Газ, может быть, чуть поменьше нажимать, если не справляетесь руками, не хватает вам скорости. Давайте, вернули назад.